А мы наводим порядок на участке. Друзья нам помогли выкорчевать старые пни. А теперь надо все это убрать. Пни вот эти большие все закорчевали, но там остались дыры огромные в земле. Надо эти лунки закопать. Ну вот, закапываем ямы. Какие камни нашли. Отмоем. Будет декор. В этой вот яме, если будут попадаться камни, вот сюда складываем, Сереж, ладно? В эту кучу, окей? На самом деле не так уж много времени потратилось на засыпку ям. Да еще с нашим умением орудовать лопатами. Это ерунда в сравнении с площадкой под павильон. Тут равнять и в уровень в один выводить ничего не надо. Ну что, Сережа там еще чуть-чуть закапывает последнюю яму от деревьев, от пней. И вот одни пни лежат. А ям-то нету. Ямы-то мы все закопали. Так что вот, вот они лежат. Монстряки. А ям нет. Вот осталась лишняя земля от яблонь. Мы пока решили ее не трогать, потому что земля еще осядет, и нам придется, возможно, еще подсыпать. Подождем, выждем пару месяцев, потом эту землю уберем. Пока ее не стоит убирать. И здесь земли не хватило. Вот сюда надо будет еще довозить землю, потому как это все сядет. Мы вытащили вот такой корень. Это корень. Вот это корень. Это стволы, а это корень. Можно себе представить такой кошмар? А вот это тоже корень, а кусок. И это корень Сережа сегодня пилил. Поэтому мы еще и камни вытащили оттуда. Пригодятся. Поэтому эта яма, она осядет, ее надо будет еще досыпать. Вот как раз эта земля и пригодится. Ну что, мы сегодня закончили на даче. Поедем за землей? Сейчас поедем за землей. Как осел компост, да? Куча компостная, ящик компостный. Был всклянь. Я его два раза за зиму подбивала до верха. Листьями, землей, отходами кухонными, бананами и прочими шелухами. И вон он еще у меня и осел. Надо его, наверное, как-то поворошить, да? А, и вот что хотела сказать. Вот компостный ящик. Здесь рядом еще должны встать два. Потому как в эту сторону некуда. Здесь у соседа уже заканчивается сарай. А в эту сторону можно. Вот один точно сюда встанет ящик. Но на этом месте растет пион. И у меня не хватило ни сил, ни времени его осенью пересадить. Поэтому буду пересаживать его весной. Вряд ли он будет цвести. Но а что делать? Не заставлять же его компостным ящиком, да? А земля мне нужна вот для этих красавиц. Это ёшты. Смесь крыжовника и черной смородины. У меня их 8 штук. И они все уже с листьями, поэтому их надо быстро-быстро пересаживать. Вот я наметила для них лунки, ну так разметила примерно, где мне их посадить можно будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Их то ли 7, то ли 8, ну выясню. И мне нужна земля, потому как не хочу только в эту глину сажать. Хочу, да, разбавить землей, водонактиватор обязательно. И завтра планирую это все сделать. Вот мне надо эти 7-8 кустов завтра посадить. Пошла готовиться. Ой, ой, какая красота, да? Все цветет. Очень красиво. Просто обалдеть. Одна наша слива не цветет, потому что мы ее обработали мочевиной. Легким-легким процентом. Там 3, что ли, процента, я не помню. Вообще ни о чем. Вот так пока. А дальше будем убирать весь этот хлам. Бочки надо будет убрать. Привести в божеский вид огород. Он у нас так себе пока. Травку посадить между грядками. Дел много на самом деле. И все я это вам покажу обязательно. О, какие у нас червяки! Йо-хо, ничего себе! Как ты их называешь, Сереж? Салтазан. Салтазан? Да. Че, салтазанчик, некуда тебе спрятаться, да, маленький? Да спрятаться себе.
Ну что, не нашлось смельчаков взять нашу ёшту себе. Мы ее рассаживаем. У нее корешки уже, небольшие корешки, надо сказать. И вот готовим лунки и рассаживаем. Кто не помнит, ёшта – это те черенки, которые я просто всунула в землю осенью. Они не пускали корни, долго стояли у меня в воде. И в итоге я устала просто с ними бороться и ждать. И воткнула их в землю, говорю, хотите, живите. Вот они выжили. 2 погибло черенка, но остальные 8, как огурцы, уже и с листьями, и с корнями. Не выбрасывать же. Сережа, честно говоря, сопротивлялся. Зачем нам столько кустов, много что мы с ними делать будем? Ну, я думаю, во-первых, первый год урожая много не будет. Может быть, кстати, и во второй не будет. А потом, друзья-то на что? Не только ж пни корчевать. И это явилось важным аргументом. О, какие корни. И червяки тут же, между прочим, смотри. Корни и червяк. Может, его убрать отсюда? Что он тут? Это, может, это нормальный червяк будет? Это нормальный червяк. Ну, ладно. Не, ну как такое выбросишь, да? С такими корешками хорошими. Я, честно говоря, соседям предлагала кусты, но у всех уже давно дачи, и все засажено любимыми растишками. Кристин отказался, у нее своя специфика. Он говорит, мне и винограда хватает в плане работы, поэтому сажаем сами себе. Мы никогда не договариваемся, кто что будет делать в конкретном каком-то мероприятии. Ну, например, как сейчас, вот посадка ёшты. Просто начинаем работать, и в процессе работы как-то все само собой складывается. Вот сегодня, например, я копаю посадочную яму по той разметке, которую сделала заранее. Рыхлю в ней почву, смешиваю ее с компостом, который мы купили вчера. Потом кладу туда горсть боден-активатор, опять все перемешиваю, поливаю это все хорошенечко и только потом втыкаю туда саженец. А дальше Сережа засыпает луночку. Тут я иногда тоже ему помогаю. Открою секрет, я совсем не умею делать бортики, валики вот эти вокруг насаждений. А у Сережи они такие аккуратненькие получаются, поэтому я это доверила ему. Ну а когда луночка готова, я ее еще раз хорошо проливаю, и когда вода впитается, мульчирую. И компост, и мульчу мы сейчас покупаем в магазинах. Компоста у нас своего пока еще нет, еще он не созрел. А мульча, ну, трава не выросла. Может быть, так я обычной травой бы замульчировала. Но пока так. Воду для полива мы берем дождевую из синих бочек. Пока еще есть там вода. Но потом планируем брать из контейнера для воды, куда мы с крыши воду собираем. Ну, а в критическом случае на родник. Благо, он недалеко. А с родником отдельная история. У нас же не сразу эти контейнеры на 1000 литров появились. И мы какое-то время собирали воду на участке. Ну, откуда только придется. Стоял прицеп, накрытый тентом. Тент собирал нам воду. Тачку забыли перевернуть. Тачка полная воды. И вот так мы ее собирали по капле. И поскольку родник-то, в общем, недалеко, ну, всего 100 метров, наверное, может быть, чуть больше, но он в небольшом овраге, и попробуй-ка натаскай оттуда воду, да? Мы сначала помучились немного, а потом купили аккумуляторный насос, тележку, 2 емкости для воды. Так что, в принципе, мы к роднику приспособились. Если кому интересно, видео, как мы добывали воду в роднике, оставлю в описании. Скажу лишь, что первый наш опыт – обхохочешься. Ну ладно, это я что-то отвлеклась. А мы тем временем продолжаем сажать ёшту. Дело вечером, времени у нас не так много после работы. Но на выходные много слишком планов, и посадка ёшты в них не входит. Мы собираемся делать площадку для гриля. Вот поэтому нужно все успеть сегодня. Так, мы заканчиваем посадку, рассадку ёшты. Это смесь крыжовника и черной смородины. Сколько мы сегодня кустов посадили, Сережа? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 кустов. Ну вот сейчас последний кустик. Сережа луночку делает. Мы его замульчируем. Сейчас я его полью сначала, потом замульчирую. Вот эту землю уберем лишнюю в тележку. И где-нибудь выложим, как дерн. У нас там есть в начале участка, место пустое. Там тоже насыпали насыпали землю. И все будет.
Готово. Ягодник готов. Вон какой он у нас большой. Здесь черная смородина, крыжовник и смесь крыжовника и черной смородины. Ну, как иначе может быть? Других вариантов нет у нас, да?